С вами Колян, мне пришла еще одна посылочка с Фастека. Это у меня первая дрипка. Открываем. Дрипку заказывал за 600 рублей, довольно популярную. Шла долго из-за праздников, около 50 дней. Тут обычный пакет и внутри клон дрипки Velocity. Запаковано неплохо. Коробка, естественно, помятая. Здесь докладная лежит. Обычная. Ничего интересного. Так, ну и сама дрипка, которая вот в таком вот у меня пакетике. Опять же, их номерок. Не знаю, какая она тут будет сейчас перекособоченная. Но там я ее сразу уже увидал. Ну что, застаем. Так, дрипка вот в таком стальном цвете. 60 грамм она весит. Думаю, вам видно. Ну что, достаем. Так, у нее пин выпирает, резьбы хорошие, какой-то код. Она еще холодненькая, потому что только я ей что забрал. Вот она. Посмотрим по обработке. Здесь в допах у нас еще, кроме этой дрипки, еще есть что-то. Переходник на 510 коннектор. Так, и еще в конце какие-то допы. Если там есть винтики, то это вообще отлично. Просто многие говорят, есть винтики. Так, у нас есть две офигительные спирали. Их сразу можно выкинуть. Дальше у нас 4 болтика. Запасной сквонкер. Да, это сквонк пин. Шестигранник и 2 запасных. Даже 3 запасных оринга. Ну, довольно обычная комплектация, хорошая. Ну что, давайте посмотрим, что у нас в этой здесь дрипке. Так, широкий топ-кэп прокапывать можно сверху. Резьбы, он вкручивается, он в пластмасске. Обработка с виду неплохая. Ну что, давайте ее выкрутим. Она здесь очень туго крутится, но это еще дополнительно обдув. Сейчас мы открутим, снимем. Вот такие вот у нас широченные дырки обдува. Все очень классно. Так, вот я с собой что-то не взял. Ну ладно. А, вот так выглядит по обработке. Заусенцев я никаких не чувствую. Все вроде качественно, клон хороший. Эх, я ее, походу, так не сниму. Нет, оринги тугие. Еле вытаскивается. Так, все, вытащилось. И у нас почему-то один болтик выпал. Так, а вот интересно теперь почему. Так, это поставим. Видно Velocity стойки обычные. Обычный клон, ничего тут такого сверхъестественного нету. Так, и один болтик выпал, его надо нам теперь поставить и обратно вкрутить, если он не будет выпадать у нас. Так, дальше берем наш ключик, он пусть там валяется. Довольно глубокая ванночка, все хорошо сделано, изолировано. Болтики никакие не потерялись. Все, сейчас вкрутим. Так, вроде все хорошо. Не знаю, как сейчас у нас дальше тут все будет идти, я не могу никак попасть. Клон хороший, ссылочку я оставлю на него в описании. Так, сейчас подойдет ключик. Подойдет. Вкрутится. Да, вроде вкручивается, все отлично. Так, я вроде бы даже и не выпадает. Должен. Да, все, вкручивать сильно я закручивать не буду. Просто он был выкручен. Качество дрипки хорошее, мне понравилось. Да, там видно, как ее сделали. Но оринги плотно сидят, все хорошо держится, но оринги не рвутся, и все замечательно. Ну, у меня на этом все. Всем пока.